Короче, что там рассказывай? А я уже... Петух залазит и отгоняет всех в тазике. Да? Расскажи. Я не снимаю твое лицо. Отгоняет всех в тазике. И чё? Зерна высыпаешь в тазик курям. Ну? Петух туда залазит, туда прям в тазик. Ну? Все клюет. А эти пытаются клюнуть, он их всех отгоняет, старается по башке их клюнуть. Куром? Да. Ну, то есть... А больно им по башке? Ну, они уворачиваются. И что, он все съедает в итоге? Ну, он объедается. Пока не нажрется, никому не дает жрать. А как он так жрет суетливо, да? Ну, они все суетливо жрут. Клюют. А собаки, помнишь, ты рассказывал историю, что там собака, что-то за самкой собака, типа, за ней шли самцы собаки дворовые, и она прошла, а другой не смог пройти в узкий проход. Их там стая, там всякие мелкие шавки, и здоровая, кобель здоровая, он отгоняет всех, они отбегают, ну, отгоняет от этой, от сучки. А потом там забор такой, а там такие эти решетки. Узкий проход. Эта сучка туда в проход чуть пролезла, а этот кобель здоровый пролезть не может. А эти мелкие туда и все. И панчлайн. И в итоге он. И в итоге он. Мелкие все туда же за сучкой бегут. А этот крупный такой не может пролезть и такой. Заныл такой и вокруг побежал. Кругом побежал. А про коз расскажи. Про коз. Как там они? Расскажи про своего собакина. Собакена. Это кто? Собак. В саду. Садовый собака. Мой, что ли, Мухтар? Да. Который был. Знаешь, что про него рассказать? Придурочный. Он злой был. А, ну, злой? Ну, как это? Чужим. Чужим. А коты там были? Много же котов было. Были, да. Там были просто, которые приходили, уходили. А, короче.